Всем привет! Сегодня хочу показать, как я буду сажать крес-салат. Называется темп. Он специально для того, чтобы выращивать можем его в горшке. Я вам показывала, у меня есть такой пустой горшок. Я уже туда посадила для эксперимента. Лук. Значит, и сейчас сюда. Вот так землю немного взрыхлила. Я там не написано, конечно, там написано, что через каждые 2-3 недели подсаживать, как вырастает. Но я думаю, что не так много семян. Попытаюсь посадить все. Ну, посмотрим, сейчас видно будет. Земля у меня рыхлая. Я взрыхлила, она влажная. Поливать сверху не буду, а пока, ну, как бы то, что влажноватое. Ну, если, может быть, только спрессу немножко так. Засыпать тоже не хочу, попробую. Или попробовать половину засыпать сверху немного землей, половина не засыпать. Или как, может быть, просто не написано, как сажать. Но хочу, главное, в конце, внизу, в горшок воду еще немножко подолью. Поддончик. Чтобы, может быть, чтобы еще влага держалась. А сверху накрою полиэтиленовым мешком. Чтобы быстрее проросло. Ну, на пару дней. Буду заходить, смотреть. Ну, пока вот такая ситуация. Так, семена вот такие довольно-таки очень мелкие. Прям очень-очень мелкие. Пытаюсь я. Не видно, наверное. Тоже экспериментирую. Вырастет, не вырастет. Смотрим. Ну, засеял разнобой. Ну, в смысле, не обязательно там прям так, как получится. Засыпаю. Думаю, что должно получиться. Это не мастер-класс, как сажать, а просто я хочу показать, как мы это делаем. Те новички-садоводы могут ли попробовать. Кто-нибудь, может быть, смотря на нас, тоже возьмется за дело, кто боится. В плане того, что сажать, и смотря на нас, как мы радуемся своим успехом, я думаю, у нас будет успех, по крайней мере, я очень на это надеюсь, думаю, что у нас все получится. Так, посадила я, значит, ровно половину, то, что у нас было из пачки, одну половину засыплю обратно, закрою ее и попробую, посмотрю, подожду, что будет дальше. Если нет, то другой горшок или во что-то другое подсыплю. Так, что дальше? Я попробую одну половину немножко подсыпать землей, засыпать, да? А другую половину, вот эту с этой стороны горшка, не буду. И посмотрю, как лучше будет. Подсыпаю буквально сверху, прям чуть-чуть-чуть-чуть, потихоньку. Так. Попробую, посмотрю. Так, хочу полить потом водой. Сверху попрыскать немного, вода с эпином, с добавкой биологической, я так понимаю. Ну вот, хочу с эпином попробовать. Так, эту сторону я засыпала, видно, да? А эту на поверхности оставила. Как будет, посмотрим. Ну все, сейчас водичку в поддон, эпином сверху побрызгаю и мешком закрою. Ну как-то так, и будем ждать наш крес-салат. Всем пока!